Всем доброе утро! Я в Варваровке приехал в храм. Сегодня 7 октября 2018 года. Здесь, как вы помните, источник находится святой великомученицы Варвары. Ну и сам храм возвышается на горе, очень красиво смотрится. И я сейчас двигаюсь к нему. Ну вот, уже перерыв такой небольшой в службе. Сейчас начнется причастие. Ну, в храме, как всегда, немного народу. Все по-простому. Старушки поют. Ну, а в Варваровке все, конечно, здорово. И день сегодня солнечный, светлый. Кстати, на горе появились новые шары. Вот они вот такой формы. И небо сегодня чистое. Как-то вот последние дни все было облачно. А сегодня просто замечательный день. Продолжают в Варваровке продавать землю. И я вижу вон там большой баннер продажи земли. Плохо его видно, вот красный баннер. Пойдем посмотрим, где Ваня с Димой и папой. Пойдем. Ну, вот закончилась служба. Новая икона появилась. Новая икона появилась в храме царской семьи, царя мученика Николая и его семьи. Ну, изображение я пытался сфотографировать, что-то не получилось, руки почему-то дрожат. Подошел иконописец, который помогал писать икону, вот женщине, которая пишет иконы, вот. И сейчас вот здесь я покажу, она тоже. И он обещал прислать хорошее изображение. Так, а почему-то иконы нет на привычном месте. Фрески. Течет источник. Сейчас попью водицы.
Сейчас пошел я на остановку и заодно еще поснимаю Варваровки. Немножко Варваровки. Варваровки, как всегда, зелено. Совсем не чувствуется, что осень наступает. Все тепло. Утром вроде бы прохладно было, с лоджии высовывался, одел вот джемпер, ветровку, а на самом деле, ну, лето настоящее. Вот такой маленький магазинчик. Орехи вот падают, ну, они маленькие, правда. Ну, вот и остановка. Буду ждать автобус. Ну, а вы можете посмотреть другие мои видео, которые я очень много про Варваровку снимаю. Они будут в конечной заставке. И также в подсказках. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До новых встреч!